Дорогие собратья, мы с вами будем начинать вторую часть нашего богослужения. Для этого все вместе объединимся в пении Псалма 190 «Лишь за тобой, Спаситель». Прежде чем мы преклонимся, я бы хотел зачитать один стих. Он записан в послании от Матфея, 23 глава, 23 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». Давайте преклоним наши колени перед Господом. Дорогой наш Небесный Отец, мы Твои дети, стоим у Твоих святых ног. Мы благодарны Тебе за все те блага, которыми Ты нас так обильно благословляешь. Мы просим, Боже, благослови нас. Открой наши сердца для принятия тех истин, которые Ты нам хочешь передать через брата. За все да пребудет Тебе еще раз хвала, честь во веки веков. Аминь. Дорогие собратья, прошу, присаживайтесь. Сейчас сестра Ксения прославит Господа пением.
б не было войны. Мы просим, чтобы ты исцелил, чтоб сильною рукой страдания облегчил. И каждый раз ты слышишь просьбы все, любя нас слишком сильно, чтоб отказать в нужде. Так что, если для благословения нужно пройти долину слез, что если ночь без сна напомнит нам опять, что близок Бог? В испытаниях на пути скрыты милости твои. Нужна нам мудрость, твой слышать глаз. Мы слабы, когда рядом не чувствуем тебя. В нас есть сомненье в твоей любви, когда не доверяем обещаниям твоим. Но все равно ты слышишь каждый вздох, желая дать нам веру, милосердный Бог. Так что, если для благословения нужно пройти долину слез, что если ночь без сна напомнит нам опять, что близок Бог? Что если разочарование, когда в миг душа болит, нам так что если разочарование, миг, когда душа болит, нам открывает жажда, что не в силах мир весь удалить. В испытаниях на пути, в дожде и буре, в слабости, Бог дарит милости свои. За исполненный псалом. Сейчас мы пригласим брата Сергея, который поделится с нами словом. Наша тема будет называться «Самое важное». Апреля 1988 года в газете Los Angeles Times вышла заметка про Ивана Макгауэра. Это был профессиональный скайдайвер. У него было порядка 800 прыжков. Что такое скайдайвер? Знаете все, нет? Я до недавнего тоже не знал. Пожалуйста, что? В основном с самолета прыгают, можно и с вертолета, но это прыжки с задержкой, с больших расстояний. И мастерство заключается в том, что там определенные пируэты делать. То есть это прыжок, называется в переводе «ныряние в небеса». И свободное падение, и парашют должен быть раскрыт как можно ниже над землей, но чтобы не разбиться при этом. У него было порядка 800 прыжков. Это был суперпрофессионал. И в тот день он совершал два прыжка. Первый прыжок прошел, как всегда, он же был профессионал. А второй прыжок он должен был снять, как инструктор обучает новичка. Он очень профессионально подошел к этому. Он подобрал оборудование, крепил его, и так увлечен был всем этим. Ну, оборудование нужно закрепить, аккумуляторы, чтобы не сорвало, чтобы ничего не забыть. Он же не профессиональный видеосъемщик, ну, в смысле, оператор. Он профессиональный скайдайвер. Скайдайвер. И он забыл самое главное – парашют.
И когда он прыгнул с 3200 метров, естественно, шансов выжить у него уже не было. Если бы он забыл что-то из каких-то деталей для видеосъемки, ну ничего страшного, плохо, следующий вылет, следующий но здесь, там можно было бы повторить, но здесь шансов на повтор не было. К сожалению, в христианской жизни бывает так, что мы забываем самое главное, и шансов на повтор больше нет. Откроем Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стих. Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стих. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было пять мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные сказали же мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас, пойдите к продающим и купите себе». Когда же они пошли покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним в брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Это был реальный случай. Христос наблюдал, и потом он сказал эту притчу. Здесь мы видим две группы. Кого представляют собой девы? Церковь, правильно? Церковь бывает представлена в виде жены. Это технический термин. Церковь. Две группы. Это одна группа разумная, другие неразумные. Здесь нет лицемеров. Мы помните, проповедь была про лицемеров в церкви. Здесь лицемеров нет. И те, и другие ждут Христа. В чем у них разница? Одни запасли масло, а другие нет. Для чего масло вообще? Чтобы давать свет. Горит фитиль, масло поступает, дает свет. Что такое свет? Псалом 118:105. «Слово Твое, светильник ноге моей». Так? Ноге моей. «И свет стезе моей». Масло, что обозначает? Святой Дух. Захария, 4 глава, с 1 по 14 стих, но основной 6 стих. Захария, откроем. Захария. Четвертая глава. С 1 стиха, в общем-то, там. Но мы будем купировать немножко. «Вот светильник, весь из золота», это второй стих, «чашечка елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад. Две маслины на нем, одна с правой стороны, другая с левой. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему мою: «Что это, господин мой?» Ангел, говоривший со мной, сказал: «Ты знаешь это». Я сказал: «Не знаю, господин, ты не знаешь это?»
«Не знаю, господин мой». Тогда отвечал он: «Это слово Господа Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но с духом моим, говорит Господь Саваоф». Дальше не будем читать. То есть дух, дух Божий. Все готовились встречать жениха. Все. Я уже сказал, что это не были лицемеры, но была проблема у одной группы. Они не взяли дополнительно масло. Светильники горели чуть-чуть. Но когда жених пришел, жених представляет Христа. Не было масла, чтобы долить и поправить светильники, чтобы горело сильнее, фитиль поправить и масло, соответственно, для света, для горения. Без Духа Божьего знание Его Слова бесполезно. Теория истины, обретенная лишь умом и не подкрепленная Святым Духом, не может оживотворить душу и осветить сердце. Если Святой Дух не укореняет истину в сердце, характер человека не преобразуется. Без Святого Духа человек не может отличить истину от заблуждения и падет под хитроумными искушениями сатаны. Без Святого Духа мы заснем, как те. В принципе, заснули и те, и другие. Так? Но одни были разумные. А вот что такое, как это Святой Дух взять с собой? Что это такое? Как можно понять? Ну, можно простым, наверное, сказать и дальше не говорить. Я, наверное, все-таки в конце чуть-чуть попозже скажу. Неразумные девы, не лицемеры. Они ждут Христа, они верят в истину, стоят за истину, они говорят о истине, они ходят на богослужение, они делают все. И разницы между теми и другими практически не видно. Кроме кого? Бога. Бог видит разницу? Видит одни. Разбились о скалу Иисуса Христа, а другие – нет. Они не позволили разбиться своей плотской природе. Притча о сеятеле, помните? Вышел сеятель сеять. И вот зерно, которое пало на каменистую почву, это символизирует как раз вот этих пять неразумных дев. Они приняли истину, зерно продало поросль, поднялось, колос, все нормально, но не было корня. Нет корня, солнце взошло, а корня нет, неоткуда влагу. И что произошло с растением? Оно завяло. Иезекииль, 33 глава, 31 стих. Иезекииль, 33 глава. Как Христос называет таких людей? 33 глава, 31 стих. «Они приходят к тебе, как народное сходбище, садятся пред лицом твоим, народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их, ибо в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за коростью их». В последнее время какие люди будут в церкви? Второе Тимофея 3:1-5. Второе Тимофея 3:1-5. «Знай же, в последние дни наступят времена тяжкие». Когда я читал вот это, я читал это о мире.
пока не дочитал до 5 стиха. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщенные». Да это же не о нас. И следующие: «более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Сегодня благодать предлагается каждому. Откровение 22, 17. «И дух, и невеста говорят: приди, и слышащий да скажет: приди, жаждущий путь приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Какая цена? Даром. Но с другой стороны написано, и 3 глава Откровения, стих 18. «Советую тебе купить у меня». Так даром или купить? Если мне предлагают купить за 100 рублей последнюю какую-нибудь машину класса там люкс, Мерседес, я что, покупаю ее или даром получаю? Даром, конечно. Но с другой стороны, говорится, купи. Если в принципе, с одной стороны, купить мы, что мы, каким образом мы покупаем? Мы должны оставить свое себялюбие, корыстолюбие, плотские наклонности. Это покупка. Но этим можно ли вообще законом, с соблюдением закона Божьего спастись? Нет, никогда. А без него тоже никогда. Почему же были такие, эти пять дев оказались такими... несправедливо поступили, себе поправили светильник, а тем говорят: ну, пойдите купите. Почему? Во-первых, недостаток был бы, и те светильники быстро погасли бы, и у них бы погасли. Но притча говорит о том, что невозможно спастись за другого. И спасти человеку невозможно другого. Иезекииль, 14 глава, 20 стих. «Если бы Ной, Даниил, Иов, не могут...» Иезекииль, 14, 20. «Ной, Даниил, Иов не спасли бы ни сыновей, ни дочерей. Они смогли спастись бы праведностью только сами. Другого человека невозможно спасти. Только Христос спасает». А когда обнаруживается характер человека, как вы считаете? Совершенно верно. А как мы должны относиться к испытаниям? Естественное мое положение. Хочу я испытаний? Нет. Естественно. Естественное, я хочу прожить тихо, мирно, спокойно. Испытания где-то дам, я где-то вдалеке от них. Все спокойно. Получится у меня это? Никогда. Испытания оттачивают характер человека. И потому у Иакова... Нет, у Петра, 1 Петра, 4, 12, 13.
4:12-13. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и возрожествуйте». Так как мы должны к испытаниям относиться? Радоваться. Потому что все содействует ко благу. Может быть, что-то не содействует? Как вы считаете? А может быть, что-то лишнее Бог мне дает, какое-то испытание? Может такое быть? Вообще, кто виноват, когда у нас сильные испытания происходят? Мы сами, безусловно. Хорошо, что вы все знаете. Бог дает маленькое испытание, человек не справляется. Испытание чуть больше, чуть больше. И когда гора накатывается, мой как-то друг сказал, сверхсил. Нет, не бывает сверхсил. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести». Что еще приходит на ум, какие слова, когда эти пять... Когда жених сказал, не знаю вас, отойдите, я вас не знаю. Нагорная проповедь, 7 глава. Нагорная проповедь, 7 глава Матфея. С 21 стиха. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Когда написано, Христос пришел в полночь, да? Жених здесь в данном случае. Когда Христос придет, тоже в полночь, в самый мрачный период истории человечества. 2 Фессалоникийцам 2:9-10. 2 Фессалоникийцам. 2:9-10. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными, со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Исаия 61:2. Исаия 61:2. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот мрак покроет землю, тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою высияет Господь, и слава Его явится над тобою». Матфея, 5 глава, 14-16 стих. Что там написано? «Вы – свет миру». Мира. «Не может укрыться город, стоящий на вершинах у горы, и зажегшая свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит свет в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, дабы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». 58 глава Исаия, 7-8 стих. Что нужно сделать для того, чтобы свет твой горел? «Раздели с голодным хлеб твой, с китающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, а единокровного твоего не укрывайся.
Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Прежде чем передать этот свет, сегодня в уроках кто-то говорил, кстати, очень правильно, невозможно передать то, что у тебя нет. Нагорные уроки Христа, 421 страница. «С лицами, обращенными к небу и освещенными яркими лучами сияющего солнца праведности, с радостью в ожидании приближающегося искупления, они выходят навстречу жениху, восклицая». Исайя 25:9. «Вот Бог наш, над которого мы уповали». Мне недавно говорили, что это о Боге Отце идет речь. А кого встречает? Христа? Или Бога Отца? Христа. И кому обращаются? Богу Христу. Вот Бог наш, который идет, на которого мы уповали. Понять в Ветхом Завете, где написано о Христе, а где о Боге Отце, бывает практически невозможно. Без Духа Святого вообще невозможно различить это. Откровение, 19 глава, 6-9 стих. 19 глава. Шестой, девятый стих. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано ей было отвлечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведных святых». О ком говорится? А это взято вообще-то из Ветхого Завета. «Воцарился Господь Бог твой». Кто терял царство, скажите мне? Бог Отец терял царство когда-нибудь? Никогда? А кто добровольно ради нашего спасения пожертвовал, отдал это царство, чтобы принять его потом вновь? Воцарился, это обозначает, что он принял царство. А Бог Отец никогда не терял его. И земля, в общем-то, как принадлежала Богу Отцу, так она и принадлежала. Когда сатана говорит, что мне принадлежат царство и все, это лукавство. Почему? Адаму тоже земля не принадлежала. Он был управитель. И когда сатана обманул первую чету, сатана стал управителем этой земли. И что мы видим после этого? Первое убийство, а потом это как снежные комы катилось и катится. И сегодня мы видим то же самое. В Великой борьбе написано, что сатана находит самое, в войне находит самое большое удовольствие обмануть и одну сторону, и другую. Где мы должны быть, как христиане? Немножко в стороне. Если я молюсь за какую-либо армию, я становлюсь на сторону сатаны. Когда-то давно еще в проповеди я две делал. Возьмем оттуда немножко. Когда на арену выходили гладиаторы, они говорили: «Аве Цезарь, моритури, те салютетам». «Здравствуй, славься, Цезарь, идущий на смерть, приветствует тебя». Приветствие гладиаторов такое было. Что обозначает
если мы, вы помните, кого обозначает вот этот Цезарь? Сатану. Это был Цезарь, властитель Римской империи, цивилизованного мира того времени. То есть он был главный над всем этим миром. Империя – могущественная военная держава, объединявшая все народы. А кого обозначают гладиаторы, идущие на смерть? А люди, которые воюют? А зрители? Но самая большая эта часть не воюющих, а зрителей. А зрители – это мы в основном, люди. И вот где сейчас мы, где наше сердце? Если мы уклонимся в какую-либо сторону этого мира, мы потеряем самое главное. Как тот человек, который прыгнул с 3200 метров, забыв самое главное – парашют, так и мы можем потерять самое главное – спасение. На этой арене многие из-за этого погибали. Вернемся к ведущему тексту Матфея 23:23. Скажите, а что, плохо до самой милой, даже вот верно в мелочах был? Отделяли. Плохого нет, все повеления Божьи верны. Какая была проблема? Бог подтвердил заповедь о десятине. Луки 16:10 написано: «Верный в малом верен будет и во многом». Так написано? Так какая была проблема? Почему же укорял фарисеев он, Христос? Когда фарисеи, саддукеи, священники начали из маловажных выделять что-то, а главное забывали, он и облучил их, комара отцеживающие, а верблюда поглощающие. Ни один человек не может спастись делами, а они приходили, как помните, фарисей и мытарь. Я делаю то-то, то-то, я делаю, я столько... Он, по сравнению с мытарем, в моем понимании, когда я смотрю на этих двух людей, один хороший, другой плохой, а один пошел оправданный, другой нет. Делами не можем спастись, а без дел можем спастись? Тоже нет. Вопрос, как это, как эти дела? Вот вымученно мы делаем что-то, или они изнутри идут? Естественный процесс. Вот я стою, я дышу. Это естественный процесс? Я заставляю себя дышать? Нет, я дышу непринужденно, я даже не думаю об этом. Я вам расскажу один пример. 90-е годы, сложное время, экономика разрушена, ряд реформ привел к обнищанию народа. И вот один христианин чтобы поправить материальное положение, какую-то подработку искал там, но было одно только, можно было. Ну, почти ничего не умел, скажем так. Ну, на машине подрабатывал. И вот он едет, голосует: дедушка, ехать далеко, а денег у него нет. Как поступить? Денег, в общем-то, даже, по-моему, и на бензин не было, и туда-обратно вернуться нет.
три варианта развития событий. Первое – проехать мимо и забыть, ничего не могу сделать. Второе – как поступает настоящий христианин, которого изнутри все. Он не думает, он сажает и дальше думает. Тут проехал мимо, но начал рассуждать. Мелкий дождь моросит, холодно. Кто его возьмет? Никто. Дед одет очень плохо, неряшливо, как бомж почти. Но ему надо куда-то за город ехать там. И начал думать, ну что, к себе? Это ругаться с соседями потом. Может быть, какое-то заболевание у него, там дети к этому придут, заболеют. Есть вариант на вокзал отвезти, хотя бы он согреть и отвезти. Ну, через полчаса вернулся он на это место и деда подобрал, включил печку посильнее, чтобы он обогрелся. И в дороге молился, потому что на вокзале-то могут тоже выгнать деда. Билета нету, естественно. И поднимаются туда, странная пара идет. И тут же подходит человек и говорит: здесь не место. Здесь только... А у них, естественно, ничего нет с собой. Все пассажиры, они с чем идут? Ну, с сумками едут в основном, хотя бы какое-то поглажу, а тут ничего нету, здесь не место. И тот говорит: вы только его до утра держите, он уедет, и у него есть возможность доехать с этого вокзала. И самое интересное, что сразу уговаривать не пришлось. Человек говорит: ну хорошо, ты иди, а я отведу его сам. Матфея, 21 глава, 28-31 стих. Как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». Но после, раскаявшись, пошел. Подойдя к другому, он сказал тоже. Это сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Но после того, как раскаялся. Но настоящий христианин делает это сразу, без раскаяния, когда изнутри идет все. Какая была проблема, вспомним, фарисеев? Это произвольные установления, они вот это в мелком были очень верны. Главное, забыли, наплодили кучу постановлений. Человек даже и не знал, правильно он это делает или неправильно, потому что их было столько, что все не учесть. Попросту даже не знал обязанности. Закон Божий был справедлив и разумен, но священники, раввины превратили его в изнурительное бремя. Можем ли мы в это время попасть в ту же самую ситуацию? Безусловно. Когда мы можем попасть в фанатизм, когда второстепенное делаем главным, а главное забываем. А второстепенных вообще-то, честно говоря, не бывает. Но всему свое. Нельзя
одну тему, вот посмотрите на фанатиков, они какую-то одну тему знают досконально. Это неплохо. Но копни чуть-чуть глубже, ничего не знают. Суд происходит над народом Божьим, когда? В начале или в самом конце? 1 Петра 4:17. «Ибо время начаться суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию?» Сегодня идет суд над живыми. Может быть, выносится приговор мне или вам. Безусловно, это тяжело. И уже, когда приговор будет произнесен, уже сделать невозможно ничего будет. И потому в Библии предупреждает, сейчас время спасения, сейчас нужно сейчас запасаться этим маслом. Если своими словами сказать, что такое это масло? Это пережитые опыты, которые мы сегодня переживаем и проходим через них. Если мы от этого пытаемся отойти, это ничего хорошего не даст. Мы бежим, значит, от Бога. И конец, когда мы бежим от Бога, какой будет? Помните, первый убийца, Каин, когда он побежал от Бога, а что у него было на челе? Знак. Придет время, будет ставиться начертание зверя, когда выйдет декрет о воскресном дне. Но приготовиться к этому нужно сейчас, не тогда. Тогда, если мы не приготовимся, то к этому времени уже ничего не будет. Он будет проставлен. Можно себя как-то оправдывать, говорить, что я не сторож брату своему, сторож. Если мы можем помочь кому-то, какому-то брату, сестре, мы обязаны это сделать, чтобы все вместе могли встретить Господа и сказать, вот он Бог наш, на которого мы уповали. Да будет слава за эти слова. Аминь. Дорогие братья и сестры, действительно, как важно не упускать из виду главное, заботясь о всем остальном. Сейчас прозвучит прославление Господа в псалме, который исполнят сестры. Взываю я в этот час, прошу, услышь, не уходи от нас. О, мой Бог, прошу тебя, ты услышь меня, без тебя я не могу.
здесь на земле. Трудно мне, трудно мне. О, мой Бог, прошу тебя, ты услышь меня. Без тебя здесь на земле трудно мне. И люди на земле забыли тебя. Напрасно счастье ищут без Христа. О, мой Бог, прошу тебя, ты услышь меня. Без тебя здесь на земле трудно мне. Сердцем я к тебе, Боже мой. Я знаю, ты даруешь мне твой покой. О, мой Бог, прошу тебя, ты услышь меня. Без тебя здесь на земле трудно мне. Трудно мне, к тебе, Господь, взываю я в этот час. Прошу, услышь, не уходи от нас. О, мой Бог, прошу тебя, ты услышь меня. Без тебя здесь на земле трудно мне, трудно мне. О, мой Бог, прошу тебя, ты услышь меня. Без тебя здесь на земле трудно мне. Благодарность за исполненный псалом. Сейчас давайте мы все вместе поднимемся и псалм «Ближе мой Бог к тебе», услышав мелодию песни этого псалма, соединимся в песнопении и им будем оканчивать вторую часть нашего богослужения.
ближе к тебе. Сохраняя благоговение, мы сейчас преклонимся. Будут совершены две молитвы. Одна молитва желающих из зала. Я прошу, кто желает, чтобы вы подняли руку для того, чтобы вам поднесли свое время на микрофон. Брат Иван Антал. И в конце будет брат Сергей. Отче наш, сущий на небесах, мы склоняемся перед Твоим величием. В это субботнее время возносим Тебе хвалу, славу, честь и благодарение за Твою любовь, за милость, за охрану. Говорим Тебе, что помог нам до сего места, и мы в числе живых можем стоять пред Тобою, преклонять колени Твои свои. Мы просим Тебя, чтобы простил нас, а простивши благословил, потому что Ты не хочешь смерти грешников, чтобы каждый из нас обратился, ибо жил. Мы говорим Тебе за эти слова наставления, которые Ты обращаешься к нам, чтобы мы понимали время, в которое мы живем, чтобы мы были светом миру, чтобы своими делами, поступками, словами могли быть светом миру, чтобы могли выполнить то предназначение или то повеление, которое Ты даешь каждому христианину, который принимает Тебя как своего личного спасителя, чтобы мы могли делиться истинами, тем, которые открываешь нам через Твое Слово, и чтобы Ты скоро мог прийти на эту землю. Укрепляй нас в вере. Помоги всем людям, которые сейчас обращаются к Тебе в молитвах, которые требуют, чтобы Господь Ты на них презрел лицом, светлым лицом своим, высоты своей небесной. Укрепляй каждого сердце, дух, веру, потому что мы нуждаемся в этом, и мы просим Тебя, чтобы Ты не оставлял нас. И уверяем свою жизнь, свои планы и намерения Твоей любящей рукой. За все пусть будет Твоя воля. Хвала Тебе и слава, и Твоя воля во всем. Аминь. Благословенный Господь, благослови, чтобы среди смятения народов, среди суеты жизни не потерять самое главное, чтобы светить в этом мире и приобретя свет от Бога, давать его другим на спасение. И славу Тебе, Отцу и Сыну, и Святому Духу. Аминь. Прошу вас, присаживайтесь. Вторая часть нашего богослужения официально окончена. Сейчас объявляется перерыв на 15 минут. Следующая часть будет без 15 минут 2. В 13:45.